Тихон большой мальчик, ему 8 месяцев, а скоро Тише исполнится 9 месяцев. Да, Тиша хорошо ползает, хорошо стоит, скоро еще и говорить научится. И ходить, и говорить, правда, Тиша? Сейчас надо Тишечке дать какую-нибудь игрушечку. Ой, вот она, игрушечка, это фотоаппаратик, да. Фотоаппаратик. Ну-ка, Тишечка, поиграй с фотоаппаратиком. Как ты с фотоаппаратиком играешь? Да, ча-ча-ча-ча-ча. Ну-ка, опа-на. Ну-ка, поиграй с фотоаппаратиком. Вставай, поиграй с фотоаппаратиком. Поиграй с фотоаппаратиком. Ну-ка, покажи, как ты с фотоаппаратиком играешь. Как его надо включить? Что с фотоаппаратиком можно сделать? Покусать, наверное, фотоаппаратик можно, да? Постучать фотоаппаратиком можно. Как ты играешь с фотоаппаратиком? На маму смотришь? Мама сидит, да. В компьютере, да. Да. Ну-ка, давай, вставай. Играй с фотоаппаратиком. Опа! Вот, как мы фотоаппаратик уронили. Вот мы его уронили. Вот мы как фотоаппаратик уронили. Вот, давай, поиграй с фотоаппаратиком. Покусать, постучать. Ну-ка, постучи фотоаппаратиком. Как ты фотоаппаратиком будешь стучать? Он какой вкусный фотоаппаратик, да? Вкусный. Опа-на, опа-на. И уполз.